аварию попали. Алло. Нет. Нет, нет, нет. Алена, извините, я в аварию попала, потом перезвоню. Они поедут в клуб после фитнеса. И парню обещала, но некогда. Счет ты и сигналишь, проехать дай. Пишет за рулем быстро смс. Еще куча дел, времени в обрез. Выбирает диз, давит на педаль. Счет ты и сигналишь, проехать дай. Алло, да я. Тяжело? Живая? Где произошло? Понял, вы... Это жестко. Алис, ты что, из Гринписа, что ли? Давай удачи на дорогах. Я не закрыла. Опять Андрей пришла. А она скорость не включила. А пока на ручнике смотрела. Мужчина поехал. Блять, она точно сегодня убьет кого-нибудь. Ты молодец, назад даешь просто вообще, как красавица. Ну тебя я как-то. В смысле? Увидеть. Как ты меня увидишь, я сзади тебя стою. Чего ты встал здесь сзади меня? Ну объедь, там место есть, там место есть. Как я тебя боковые зеркала видеть должна? Давай вызывай. Давай вызывай. Я тебе в жопу въехал, у меня видеорегистратор на голове. Все, ему.
Ручник снимите! Ручник! Жопа, блядь, приседает, блядь. Молодец. Ручник снимите, у вас на ручнике машина стоит. Царата значительно дешевле. Ну, Царата это что-то вроде Toyota Avensis. Да. Йод! Не подъезжай к нему, что она пьяная. Папа, нам нужно сегодня это взять и выложить. А куда мы это выложим? Ну, в смысле, записать для себя. Ну, это естественно, если регистратор записал. Ну, естественно, он записал это. Кстати, не забудьте, что наши комментарии сейчас пишутся и тоже вы на это идут. Да, классная женщина. Ты видела на это? Да. У нее восклицательный знак, ты посмотри. Да, она бы не справилась с этим. Ну, смотри, Гетц, я люблю Гетц. Ну, давай. А теперь куда? Сейчас она еще в этого въедет. Ну, по-моему, ей сейчас нужно немножечко остановиться и прийти в себя. Она сейчас в шоке. Я бы на ее месте сейчас не ехал никуда. По-моему, она обдолбанная. Она, по-моему, слегка не в себе. А вон милиция идет уже сюда, видишь? Они, наверное, тоже это видели. Где? Вон прямо впереди, вон он идет.